Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня пятница, мы утром встали, сейчас 8 часов у нас темень, мы едем в поликлинику. А это вот, видите, огни такие, это вот у нас теплица так светится. И всю зиму освещает всю деревню. Можно фонари вообще не включать. Вот. И когда к деревне подъезжаешь, километров за 20 видно зарево. Там все, наша деревня. Вот. У нас гололед. Вчера был плюс, а сегодня минус. Очень скользко. Так что вот, поехали мы в поликлинику. О, какой супер шарик еще сделали. О, как красиво. Сверкает огнями. Теперь тут вон какая площадка классная получилась. Еще и вот такой замечательный шарик. Круто. А это мы к поликлинике уже подъехали. Сейчас пока еще закрыто. Я люблю мир. Нет никого. Нас быстренько посмотрели. Нас тут украшает вообще все учреждения. Сейчас будет завтрак. Саша будет пить чай из зверобоя. Я буду свой любимый кофе пить. Кушать будем колбасу. Причем два вида. Сладкая колбаска и соленая колбаска. Причем хочу сказать, что соленая колбаска, вот эта вот московская, Дубки, вообще классная. Просто очень вкусная колбаса. Я ее прям очень люблю. И будем стараться брать только эту колбасу. Ну и вот она. Шоколадная моя колбаска. Супер просто. Вот в пергаменте удобно. Отрезаешь. Сразу вот этот пергамент легко отходит. И получается здорово и вкусно. Саше колбаска понравилась. Он сказал, что самая лучшая консистенция. И не мажется особо по зубам, и не рассыпается. Вкусно, короче, получается. Вот сейчас будем завтракать. Я жду. Привет. Привет. У нас тут деловой мальчишка сидит. Ну все, он теперь взрослый, да. Ест с нами. И я, говорит, хочу есть. Вот хватает. Колбаска. Да. Колбаса. Короче, зубы пошел чинить. Коронки ставить. Доктор говорит, десну надо пополоскать травкой. Жена заварила зверобой. Я пополоскал. Проглотил, говорю, слушай, вкусный чай, давай как чай его. И, короче, вот уже третий день вместо чая зверобой пью. Вкусно, мне нравится. Рукодельница колбасы наделала сладкой. Вкуснятина. Да, вкусно, правда, получилось. За камерой. Там. Ну, реально вкусно получилось. Да, Саша да, вообще сластена, там, где сахар, ему все вкусно. Да, чего бы там не было. Значит, вкусно. Да. А это вот она... Если еще и мажется по зубам, там тоже ему нормально. Сладко и мажется, еще вкуснее, значит. Да. Ну, короче, все, завтракаем. Ну, давайте. Всем приятного аппетита. Поедим. Начнем с такой колбаски и закончим сладкой колбаской. Начались праздничные завтраки. А ты что кушаешь? Хлеб и колбаску. Хлеб и колбаску? Вкусно? Мне сегодня... Ты молча кушай. Когда я ем, я глух и нем. А то подаешься. У нас Папа Мороз купил нам подарок. И сейчас мы позавтракаем и пойдем собирать чудо сани. Вот так вот. Еще у нас были планы с Илюшей в городе одеться его немножечко. Там джинсики купить, какие-то толстовочки, что-нибудь в этом духе. Но мы не поехали, потому что я расквасилась, мы с вами вдвоем. Болеем, сидим дома, поэтому с бабушкой, с дедушкой пойдут. Отдай. Ну это что такое? Отдай. Вань, я тебе сейчас налью твой чай, дай сюда. Вот такие чудо-санки детские папа купил нам с Ванечкой. Вот. Новый, в магазине, он говорил, стоили 2000. Он что-то там торговался и в итоге за 1800 купил. Там колесики, вот. Ручка такая хорошая, вот, с резинкой. Чтобы держать можно. Сейчас будем собирать.
Вань, зови папу. Говори, папа идет. Папа идет. Папа идет. Сейчас будем распаковывать. Ты мне расскажи, как ты там торговался? Как ты вот выторговал еще 200 рублей? Мы любим вообще поторговаться. Я как вспомню. Ну как? Пришел, говорю. О чем? Аня уже подошел, говорит, чем вам помочь, чем? Я говорю, да чем помочь, так понятно. 2000, санки. Все. Ух ты. Дорогие. Пойду сейчас еще в других местах смотрю. Он, не-не-не, не ходить никуда, сейчас будете покупать, я за 1800 отдам. Ну, мой друг, город взял, давай. А перед этим я в интернете смотрел. Ну? Ну, дешевле 2000 не бывает. Ой, Саша, отлично вообще. Колесики? Ну, уже заранее. Именно такие, какие я их хотела. Давай сейчас мы с тобой разберемся, что тут. Разберемся? Да. А тут что, разберемся? Какая-то. Колес это, наверное, чтобы ребенка пристегивать. А, это вот, видишь, как это механизм, да. Ну-ка, покажи мне. Педалька такая, да? Ну вот, на это нажал, она встала. А чтобы положить, вот это, да, раз. И поехали. Классные санки, прелесть вообще. Я и на вид смотрела, вот, ну, примерно, бэушные за 1000 рублей можно купить. Ну, хорошие, они широкая сидушка такая, то есть прям лет до 6, до 7, до 8 даже, вот он смело может ездить на них. О, сам! Да. Давай. Надо оставим. Сообразить, как сюда что прикрутить. Да тут все просто, наверное. Да тут не, просто хочет. Вставляется, да и все. Нет, если вставлять, то наоборот, да, вот так как должно быть. Вот, это вот болтиками, значит, наверное, закручивается вот так. Наверное. А там есть два отверстия в железяке. Я буду садиться. Да? Да, будешь садиться, только попозже. Надо еще понять, а где болтики. А вот. Да, вот. Ну, а ручка, я так полагаю, просто вставляется в пазл. А вот смотри, причем видишь, как можно. Хочешь вот сюда вставляешь ручку спереди, а хочешь да, позади. Да, 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 да. И веревочка зелененькая вот есть. Молодец, пап, спасибо тебе. А то мы с Ваней на коляске поперлись. На коляске? Да. В зиму тяжело. Колеса. Говорю, мы с ним чуть не утонули в лужу. Ну, конечно, сейчас на велосипеде нельзя кататься уже, все. Будешь кататься на саночках? Вот снежок выпадет, как, Ваня, пойдем с тобой на саночках кататься. Я сейчас буду... Папа соберет, и ты тогда в них посидишь. Ва! Болтики? Болтики. Разобрались. А это что это? Это ручка такая для мамы, сынок. Для мамы? Да, чтобы саночки катить. А ты мороз? Нет, мороз и солнце. Мама сейчас нас чиняет. Да. Поедем в кроссовках кататься. Точно. Давно я тебя поджидал. Давай. Стихотворение, ну-ка папе расскажи. Подтянуть ее еще. Ну-ка, давай. Стихотворение папе расскажи. Пап тебе подарок привез, значит, надо рассказывать стихотворение. Мам, ты рассказывай. А я-то что? Не буду. Почему не будешь? Ты что, вредный, что ли? Поехали. Собственно, вот и все. Да? Ну, давай, колесики. Вань, садись. Нет. Садись в саночки. Садись. Да, вот так вот. За ручечки держись и ехай туда, прям к спиночке. Плотнее, плотнее. Давай сюда, вот так. Вот так, вот, держись. Все, поехали. Говори всем пока-пока. Пока. Я поехал. Я поехал. Тебе нравится, что ли? Да. Я сам всегда как сцепился, страшно. Коляска. Кстати говоря, вот в Галамарте продавались, вот помнишь, сидушки такие по 500 рублей? Вот как раз вот такие санки.
А там же мягенькие. Где санки продавались, там и сидушки были. Но там они уже как бы закрывались. Быстрее. Да? А ты не посмотрел, сколько сидушки стоят? 500 рублей. Ну, то же самое. Рублей. Ой, ну можно старую одеялку какую-нибудь найти, в конце концов. Этого добра хватает, что еще деньги тратить? Вань, что папе сказать надо? Пока-пока. Пока-пока, может, спасибо? А? Спасибо надо папе сказать? Пока-пока. Спасибо, пока-пока. Тимка 6, универсал. Санки детские, Би-би. Цвет зеленый лак. Би-би. Гарантийный срок 18 месяцев. Вот он пишет, что паспорт следует хранить в течение срока службы. Нет. Гарантия 18 месяцев. Ну, здорово. Отечественный производитель. Город Ижевск. Сверкание миёлка, нас на праздник позови, все желания исполни, все мечты осуществи. Молодец, сынок, Дед Мороз тебе еще, значит, подарков принесет. Вань катает, ну-ка показывай. Вот как Вань катает, молодец. Ну, назад. Вот как хорошо, вот как. Вань катает Филю и Мишку. Вот как здорово. Вот как хорошо. Молодец. Скажешь пока-пока? Пока-пока. Ручку помашешь?